В республике стартовала третья смена летней оздоровительной кампании. Загородные лагеря уже приняли порядка 5000 ребят. Какие условия создали для детского отдыха, сегодня отправился выяснять глава Чувашии. Михаил Игнатьев проинспектировал работу оздоровительных санаториев Маргаушского района, в которых открылись профильные смены. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Опустились максимально вниз. Колено. Ведем колено, носочек. После этого действия мы начинаем двигать свое тело. Это особенная смена. Более 10 лет подряд в детском санатории «Лесная сказка» тренируются юные танцоры. Ребята совмещают приятное с полезным. Вот так они готовятся к грядущим турнирам. На танцевальные сборы в этом году приехали 300 ребят из 9 регионов страны. Среди них немало действующих чемпионов. Спортсмены говорят, что тренировки на свежем воздухе дают больше пользы. Это спортсмены, причем ведущие спортсмены. Здесь на площадке вы сможете увидеть и чемпионов России действующих, и чемпионов мира. Поэтому ведущие тренеры со всей нашей страны и ближнего зарубежья дают мастер-классы. Условия с каждым годом становятся все лучше и лучше. Условия проживания, питания нас также устраивает. Готовясь к оздоровительной кампании этого года, в санатории учли каждую мелочь. Прогулочные площадки очистили от сухостоя. Сильные ветра могли повалить старые сосны. Деревья пошли в дело. Ребятам креатива не занимать. Это доска экологически чистая, ничего не надо. Сами дети рисуют. Не унесешь, не сломают. В лагере приступили к ремонту лечебного блока. Недавно здесь благоустроили спортивные площадки. Они не специализируются на тайском боксе. То есть это просто одна из дисциплин. Вот чемпион Европы вот в третьем ряду тренируется по нашему виду спорта. Главе региона показали, чем кормят ребят. Для юных танцоров составили специальное меню. Все продукты проходят тотальную проверку. У нас поставщики поставляют Батыревского района. Мясо Батыревского района поставляет. Продукты свежие. Спортсмены проходят и оздоровительный курс. Ахиллесова пята танцоров, мышцы и коленные суставы. Ребятам прописали массажные ванны и лечебную грязь. Сколько дней уже находитесь здесь? Четыре. Четыре дня? Ну и как? Все дожди? Да, погода меняется? Нравится. Все хорошо, да. А на базе лагеря «Солнышко» дали старт летней школе предпринимательства. Программа профильной смены насыщена. На этом мастер-классе обучают будущих рестораторов и флористов. И то, что это востребовано, то, что эта красота с каждым годом будет стоить дороже, продавцы, производители, кто вкладывает сюда труд, хорошо будут зарабатывать. Вы будете миллионерами. Верите в это? Верю. Будущее. Открыть свое дело здесь намерены большинство ребят. И такие мастер-классы – это окно в мир будущей профессии. То, что вы вот напрягаете свои мозги, так скажем, мыслите, как же все-таки самореализоваться, какое предпринимательское дело открыть, в вашем возрасте это очень важно. Это лето ребята запомнят надолго. Они признаются, что в лагере нашли много новых друзей. Спортивные турниры и песни под гитару сближают вдали от дома. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев.